Из Краснодарского аэропорта сегодня эвакуировали 1500 человек. Сообщение о том, что в здании заложена бомба, поступило из Москвы. Неизвестная женщина обратилась в колл-центр Шереметьево, чтобы уточнить время вылета своего рейса, и заодно сообщила диспетчеру, что аэропорт Пашковский заминирован. Экстренные службы среагировали мгновенно. В течение часа зал ожидания в Краснодаре обследовали кинологи. Взрывчатку специалисты не обнаружили. Тем не менее, ложный звонок повлиял на работу воздушных ворот кубанской столицы. На вылет были задержаны 5 рейсов – в Симферополь, Сургут, Анталию и 2 в Москву. Попросили покинуть помещение, сохранять спокойствие. Вот я говорю, у меня началась регистрация на рейс. Сказали, что регистрации нет, и некоторые рейсы даже еще с Москвы не прилетали. Больше никакой информации не было. Попросили отойти на безопасное расстояние, и мы ушли. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Отмечу, что сообщение о заминировании сегодня поступило также в аэропорт Ростова-на-Дону. Там эвакуировали более 1000 пассажиров и сотрудников аэровокзала. Полицейские сейчас разыскивают шутников. Им грозит от 3 до 5 лет тюрьмы. Наказание ждет и нетрезвого краснодарца, который по телефону сообщил о заложенной взрывчатке в аэропорту кубанской столицы 19 апреля.